Борщ или плов? Плов. А может борщ? Плов. Может все-таки борщ? Плов. Или борщ? Плов. Борщ? Плов. Мне послышалось борщ? Плов. Ну ладно, плов. Заюш, мне чуть-чуть совсем, чуть-чуть совсем, прям капелюшечку, еще чуть-чуть, чуть-чуть, прям совсем маленечко, чуть-чуть, вот хватит. Тебе же вчера плохо было. Света, Лена, Вика. А Зубенко Михаил Петрович. Как это сложно, господи. Турбота прокраса то догляд. Артём, давай купим домой собачку. Купим домой собачку. Она такая хорошенькая, эта собачка. Давай её домой купим, Артём. Чё ты делаешь 40 минут в туалете, спрашиваю? Дай посрать, свали отсюда! Ты чё, я голый стою, блин, дай посрать! Почему ты голый 40 минут? Они все ходят. Я все наклада. Они все съели. А ты опять накладаешь, они опять едят, да? Я все не успеваю. Загни палец, если целовался более чем с 5 людьми. Загни палец, если тебя останавливали, когда ты был за рулем. Загни палец, если спал более чем с 3 людьми. Загни палец, если когда-либо уводила парня у подруги. Загни палец, если когда-либо пукала в классе. Загни палец, если когда-либо крала из магазина. Загни палец, если когда-либо участвовала в драке. Загни палец, если тебя когда-либо арестовывали. Загни палец, если когда-либо была авария по твоей вине. Загни палец, если тебя хоть раз ловили в ванной за вейпом. Загни палец, если тебя хоть раз увольняли с новой работы. Загни палец, если хоть раз употреблял наркотики. Загни палец, если тебя заключали под стражу. Загни палец, если у тебя есть тату. Загни палец, если тебе изменяли. Загни палец, если проваливал задание в школе. Загни палец, если у тебя больше 5 пирсингов. Загни палец, если хоть раз обжирался. Список вещей, которые втайне делают девушки. Долго ходят в одном и том же лифчике. Используют много сухого шампуня вместо того, чтобы помыть голову. Используют старые бритвенные станки. Прилепляют волосы на стенку в душе, пока моются. Ходят в туалет в душе. Выбирают одежду, исходя из того, побрил ноги или нет. Забывают использовать дезодорант и пытаются скрыть это большим количеством духов. Не бреются всю зиму. Делают прокладки из туалетной бумаги. Ковыряются в носу. Агрессивно чешутся после того, как снимают лифчик. Отрывают лак с ногтей вместо того, чтобы нормально снять его. Используют просроченную косметику.
сейчас покажу трюк, который заставит любую клавиатуру светиться. Смотрите, нажимаем Alt-Shift, держим чуть-чуть, потом нажимаем два раза капслук, а потом нажимаем вот эту волшебную кнопку. Бам! И все, клавиатура светится. Любая клавиатура. Мам, люди в ТикТоке не верят, что я говорю своим голосом. Пишут, что я его выдавливаю, что у меня скоро гортань лопнет. Что ты хочешь сказать им на это? Не сомневайтесь. Это настоящий голос моей ягодки. Когда она родилась, она сказала «Хай, бичес». Оль, смотри, на листочке написаны слова. Читай каждое слово и после каждого слова добавляй слово «медведь». Давай быстрей. Медведь, медведь. Слово «медведь», говорить «медведь», дуру «медведь», эту «медведь», заставила «медведь», я «медведь», как долго «медведь», посмотри «медведь», только «медведь». Теперь еще и в начале слова. Медведь, медведь, медведь. Медведь, слово «медведь». Медведь, говорить «медведь», медведь, дуру «медведь», медведь, эту «медведь», медведь, заставила «медведь», медведь, я медведь. Медведь, как долго медведь. Медведь, посмотри, медведь. Медведь, только медведь. Теперь читай все слова по порядку, снизу вверх. А с медведем или как? Нет, просто читай. Только посмотри, как долго я заставила эту дуру говорить слово «медведь». Подойди сюда. Подойди сюда. Видел, что получилось? Ну, привет. Что? На тяпочке ты. На цепочке. Цепочки. Иди нині цепочки в понеділок. Ну, я ламаю систему. Не розказуй багато. А що, я не можу собі дозволити? Ти дзвонився, але без хату примок. Хоч би раз мене з собою віддихнути взяла. Я жена, ти мені віддихаю. Ти нічого не перепутала? Я так-то твій муж. Ніяких ісключень. Ніяких. Настя, я тебя уже полчаса жду. Нахера ты красишься на пляж? Я что, должна уродиной на пляже быть? Блин, что-то с овощами вообще чебурек невкусный. А ты с чем взял? С мясом. О, так давай я твой съем, а ты мой доешь. Идем снимем сторис, как я плавать буду. А теперь сними, как я выхожу. Может, я все-таки поплаваю? Подожди, нам надо еще бумеранг с волосами сделать. О, экскурсии, сувениры. О, давай на банане покатаемся. О, пиво. Коля, какое пиво? Может, хватит деньги транжирить? О, смотри, светящиеся фонарики продают. Давай в небо запустим. Коль, понеси воду, тяжелая. Понеси полотенце, жарко. Фу, устала, понеси сумку. Не, ну что ты плетешься, идем быстрее. Коль, мне жарко, включи кондиционер. Мне холодно, выключи кондиционер. Не, ну мне жарко, открой окно. Не, ну так еще жарче, закрой. Так, нормально? Я